Теперь ручки опускаем, руки. И теперь осторожно, сосредоточившись на этом месте, тихонько начинаем двигаться. Раз, с ноги на ногу, переминаясь с ноги на ногу, с ноги на ногу. Причем стараться так, чтобы такое чувство, что с ноги на ногу, и вот к этому месту тянутся ноги. Вообще в идеале она должна стоять ровно. Но с учетом того, что все-таки если есть зажатие, то пусть немножко двигается. Поняли, да? Хорошо. Стоим и тихонечко с ноги на ногу. Знаете, вот как человек, который слегка переминается с ноги на ногу, с ноги на ногу. Переносит вес с ноги на ногу. Если получится, попробуйте просто как на прямых ногах немножко пройти. Раз, 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 раз. Вот оно пошло движение отсюда. Не ноги сгибаешь и поясница прон, а ощущение такое, что у тебя ноги вот отсюда растут. Великолепно. Попробовал. Причем так даже с пяточки. Раз на носочек. Хоп. Вот, прекрасно идет просто. Вот обратите внимание, остановитесь на секундочку, просто посмотрите, как он идет хорошо. Во-первых, голова выстроена, да? Вот откуда шея начинается? Вот отсюда, да? Нету вот здесь зажима. Немножко наклонился вперед или выпрямился, все. И вот обратите внимание, пошел тихонечко. Раз, вот он наклонился вперед, вот движение. Раз, маленькие движения, да? И движение идет вот отсюда, не просто ногами сгибает. Очень хорошо. Теперь стали ровненько. И сами все попробовали немножко пройти. Раз, 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 раз. Угу. И вот почувствовать, как все тело тянется отсюда. Хорошо. Немножко назад. Взгляд слегка вперед и вокруг. Ага, хорошо. Теперь стали, ноги чуть-чуть раздвинули на ширину плеч. И тихонько поворот слева направо. Опять это место чувствуем. Все с этого места тянется. Раз, раз, раз. Можно слегка посмотреть на одну руку, на другую руку. На одну руку. Вот в какую сторону поворачиваться, на ту посмотреть. Это мне пациентка одна подсказала. Я все не знал, как объяснять. Посмотрел, есть здесь что-то? Нет здесь. Вот, хорошо. Раз, 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 раз. И когда... Ага. Вот. Осторожно. Все время внимание сюда. Хорошо. Теперь опять стали. То есть вот это положение, оно все время должно быть как